Тем временем в Ноябрьске число больных свиным гриппом остается на прежнем уровне – 38 человек. А в целом по округу высокопатогенный грипп H1N1 лабораторно подтвержден у 125 человек. Чаще всего болеют взрослые. К примеру, в нашем городе из 38 заразившихся только 6 – это дети до 14 лет. Основные меры профилактики заболевания – это вакцинация, масочный режим, причем менять одноразовые маски необходимо каждые 4 часа, проветривание помещений и соблюдение правил гигиены. В основном тяжесть течения средняя, выявляются больные с диагнозом негоспитальная пневмония, с ОРВИ. В основном в средней степени тяжести лечение соответствующее получают в условиях стационара. Многие уже выписаны домой. Но основные симптомы гриппа – это внезапный резкий подъем температуры тела, озноб, общая слабость, головная боль и кашель.